Если говорить об инвестициях, то наш всемирный экономический форум должен проходить в Вене. Там президент должен приезжать, собирать украинских олигархов и беглых, и небеглых. Потому что единственные серьезные инвестиции, которые могут прийти в воюющую страну, это инвестиции ее же граждан. Это те, которые Только понимают логику Украины? понимают логику развития своей страны, которые связаны с ней. Не просто там, для них это не просто точка на карте какая-то, а для них это сентимент, для них это жизнь, для них это окружение, для них это привычная среда. И поэтому, если мы говорим серьезно, без голдежа, чтобы не применять другое слово, то любые серьезные инвестиции во время войны могут быть только в основном делом рук украинских граждан. То, что мы видим от Запада, кредиты, гранты и все остальное, они нацелены только на поддержание способности Украины воевать, на достижение Западом и своих геополитических целей, которые сегодня совпадают с украинскими. Поэтому я не верю, что какой-нибудь JP Morgan, BlackRock, Vanguard и все остальные крутейшие в мире компании дадут хоть полдоллара сейчас. Ну, нормально, вот полмиллиарда хотя бы, условно говоря. Полдоллара – это их языком я говорю. На какие-то серьезные длинные проекты в Украине. Нет, конечно. Поэтому эти встречи имеют другую цель. Они могут сыграть свою роль только после завершения войны и стабилизации. Вот тогда могут нам прийти западные инвестиции. Ну и тогда будет сложно, потому что будет остро перед нами стоять вопрос возвращения долгов. Как только заканчивается война, нам выписывают чек сразу. Сегодня длина этого чека в сколько там? 9 нулей, еще три цифры, 168 миллиардов долларов. Вот нам выписывают чек. Война заканчивается, нам выписывают этот чек сразу. И мы его Как мы должны отдавать оплатить. будем эти деньги? Власть надеется за счет российских репараций, но вот я очень сомневаюсь, это все равно как где эти золото Полубодка или деньги Лазаренко. Я боюсь, так же и российские репарации. Если они будут отобраны, то они вряд ли нам достанутся. То есть найдут механизмы, как нас избавить от необходимости распоряжения этими деньгами, если они будут, в чем тоже есть огромные сомнения. И поэтому инвестиции нереально. Можно встречаться с бизнесом хорошо, картинка отличная, глобальный международный бизнес влияет на свои политические системы, мы через них пытаемся работать на политические элиты, но это не об инвестициях. Президенту надо честно сказать, что мы там через Vanguard или BlackRock или JP Morgan работаем на американские политические элиты, на британские, на европейские. Но цель политическая. Денег они нам сейчас не дадут. Помним последнюю встречу между BlackRock и Vanguard и президентом в Киеве. Приезжали некоторые из их руководителей, не собственников, подчеркиваю, а руководители, менеджмента. Ну, договорились тогда, об этом практически никто не писал, только о том, чтобы создать в Украине банк, дополнительную структуру, которая будет распоряжаться средствами восстановления. То есть эти структуры готовы управлять нашими деньгами за скромный процент. Спасибо им большое. Да, спасибо большое, мы справимся, справимся. Как бы хуже и лучше, но справимся. Но они не готовы пока сегодня инвестировать. Сам Давос, мне кажется, был достаточно симптоматичным для нас. Напомню, главный лозунг Давоса, тема Давоса – это восстановление доверия, потому что либеральные демократы, глобальные либеральные демократы, которые собирают этот форум, они обеспокоены вот этим коллапсированием мира, его деглобализацией. Но если, и это всемирный экономический форум, напомню нашим зрителям, экономический форум, то есть речь идет прежде всего о деньгах. И примечательно в этой части было голосование приоритетов на самом форуме. Украина не попала даже в топ-5. И вообще войны и конфликты не попали в топ-5. Мы, если я не Либеральные ошибаюсь, на восьмом или на каком месте, да? седьмое или восьмое место. В принципе, глобальные либеральные демократы не видят сегодня угрозы Третьей мировой войны или вообще войны, которая бы затронула их интересы. Ключевая проблема номер один – это изменение климата. Это технологии и искусственный интеллект. Это глобальное неравенство и т.д. и т.п. То есть много старых тем. То есть вот те вещи, которые, по мнению людей, которые думают, что управляют миром,
хотя многие другие группы глобальные просят просто для них вызвать санитаров, то вот ключевые для них ключевые угрозы – это то, что вот эти глобальные изменения приведут к новому массовому переселению населения, глобальному переселению населения. Климат, массовая безработица из-за искусственного интеллекта, усиление неравенства приведут к тому, что население Африки, Азии, Латинской Америки начнет мигрировать на север, в Северную Америку и в Европу. Вот для них ключевая угроза. Деглобализация для них ключевая угроза, потому что усиление экономической конкуренции, потеря доверия для них ключевая угроза, потому что деглобализация... Что означает деглобализация простым языком? Это то, что многие мировые транснациональные компании потеряют доступ к рынкам. России, Азии, Африки. Они потеряют возможность там торговать, зарабатывать там потерять. Вот для них угроза. То есть, причем сами войны, а там некоторые издания, тот же Reuters, видели, украинский кризис и война в Израиле, украинский кризис, так там, набор перечней приоритетов себе описали. Войны для них пока угрозы, риски второго эшелона. Второго эшелона. Наверное, таким образом глобальные демократы, либеральные глобальные демократы, правильнее сказать, считаю, дают свою оценку в той части, что они считают, что война в Украине пришла в фазу стабилизации. Что в ближайшее время в Украине ничего не поменяется. То есть не будет ни мира, ни войны. И это косвенно прописано в самом отчете Давоса, где написано, что война в Украине может длиться еще многие годы, даже десятилетия. Десятилетия, да, интересная фраза. Да, ну... Снова же таки, наших зрителей, это не Бортник говорит, что война будет длинная, это говорит Давос, Клаус Шваб и компания, о том, что война может длиться десятилетиями, то вспыхивать, то затухать годами. То есть это говорит о том, что глобальные либеральные демократы не видят выхода из ситуации, не видят выхода из ситуации. Они считают, что возможна победа ни Украины, ни России, они не считают, что возможны какие-то кардинальные переломы, технологические изменения, которые приведут к завершению этой войны. Хотя я думаю, что они ошибаются. Они очень жестко ошибаются, как в очередной раз, они уже много раз ошибались. Много спекулятивных тем на форуме мы видим, типа болезнь X, готовьтесь к новой пандемии глобальной, больницы, фармацевтические компании, прививки, все должно быть... Всюду должны быть вложены деньги для того, чтобы, не дай Боже, медицина не захерела, потому что медицина превратилась в один из крупнейших инструментов изъятия денег у населения добровольного в мире. Наверное, самый крупнейший механизм изъятия денег у населения в мире. Много спекулятивных тем. Глобальные элиты интересуют деньги, массовое переселение населения. Угу. Наш вопрос, к сожалению, во втором эшелоне. Не только наш, все войны и конфликты, включая Израиль. Во втором эшелоне приоритетов. Думаю, что в очередной раз Давос дает штангу. Вообще Давос превратился в мероприятие достаточно очень идеологизированное. Все больше и больше напоминает съезды ЦК КПСС. И все более и более скучное. Тривиальное, без неожиданностей. Без каких-то свежих мнений. Все с хужим уровнем представительства в какой-то мере. Вот именно тех людей, которые решают проблемы. Ну, мы просто завидуем, потому что нас не приглашают, наверное. Хотя там, говорю, давно уже в Давосе ничего не решается.